Нет, оттенок абсолютно отвратительный. Йента, что такое? Так что меня обманули. Оно прям кусками осыпается. А ей уже нехорошо. Это вообще как? Да, это проверка очередной Барби косметики. Хайп прошел, но мне пофиг. Потому что новая коллекция от NYX меня разочаровала, и вы обязаны знать почему. Меня бомбит трэш. Разочаровали меня. Вы знаете, мне кажется, это самый неудачный макияж, который у меня был на моем канале. Всем хай! Здравствуйте, дорогие друзья! Было очень сложно, но у меня получилось, и поэтому в руках сейчас я держу вот это. Настоящий Барби коллаб от NYX. Хэштег не реклама. Я просто сразу забегу вперед, потому что без забегания вперед нет никакого смысла вообще ни о чем разговаривать. Мне вот эта вот косметика, так скажем, обошлась больше, чем в 20 тысяч рублей. Не, ну вы просто представьте себе, косметика NYX обошлась в двадцатку. Я понимаю, что Барби коллаб и все такое, но, ребят, 20 тысяч рублей. Буду говорить, как есть. Первое впечатление, когда я увидела все это потрясающее великолепие, когда это стало из коробочки, куда мне еще накидали шоколада, мне было приятно и классно и хорошо. Потом я села снимать шортс, получилось вот так. Мне нечего сказать, кроме слов. Конечно, задумка прикольная, но то, насколько это некачественно, это реально заслуживает отдельного обзора на ютубе. Как вы поняли, я не была особо сильно довольна шортс, но посмотрим, сегодня протестируем косметику, оценим ее свойства. В принципе, к косметике NYX у меня нет особых претензий, я знаю, что многие их не любят. У меня к ним, ну, нейтралитет в хорошую сторону, то есть они мне норм, какие-то продукты нравятся, какие-то не фанат. Поэтому, ну, я надеюсь, что здесь все будет хайпово. Ха-ха, зря надеялась. В самом Барби коллабе не было никаких продуктов для кожи, лица, то есть у нас не было ничего, чтобы перекрыть несовершенство. Не было консилеров, не было тона, кушона, ну, короче, вы поняли, пудры тоже не было. Соответственно, здесь была палетка теней, еще одна палетка теней. Вот такие вот карандаши для глаз, набор помад, ресницы были, еще было зеркало в виде телефона, но оно везде sold out, вообще без вариантов было его найти. И вот такая вот палетка для контуринга. Как вы заметили, я в замешательстве. Ну, думаю, что давайте с этой палеточки мы и начнем. На самом деле, на камере эта палетка выглядит очень приятно. То есть у нее красивая цветовая гамма, здесь все красиво и хорошо. Но в жизни вам остается только мне на слово поверить. Эта палетка не выглядит как нечто, что, ну, стоит хоть каких-то денег. Потому что по качеству, ну, ребят, вообще, конечно, оно, ну, не хайп ни разу, честно. Давайте откроем. Вот такая вот история. Это, еще раз напоминаю, румяна, хайлайтер и еще раз румяна. И если честно, объем этого продукта, он настолько маленький, что, наверное, вы даже не понимаете, насколько маленькая эта палетка румяна хайлайтера. Чтобы понимали, ну, обычно кисть для румян выглядит вот так, вот это вот количество продукта. Это тоже румяна как бы с градиентом, то есть формально тут два оттенка, и вот объем этих румян. Ну, короче, их тут очень мало, и упаковка еще тонкая сама по себе. Хайлайтер, кстати, золотишко приятно имеет в своем составе. Несмотря на то, что хочу задействовать розовый, я уже делала прям конкретные Барби образы в предыдущих видео, потому что у меня их несколько. Это искусство. Возьму, наверное, все-таки персиковый, как что-то более такое повседневное, и попробую нанести. По пигментации, честно, это абсолютно стандартная формула NYX. Она у них всегда такая была, то есть это нечто среднее. Вроде ярко, а вроде полупрозрачно. Вроде как бы пигмент есть, а вроде и не плотный. Мне не подходит только количество продукта, потому что очень маленькая. И уж очень, ребят, ну смотри, дешевая упаковка. Она прям вот... Вот такое. Хайлайтер по цвету прям теплый и золотой. Это, знаете, немножко странное решение. Поднудю немного, подушню. Цвет хоть фуксия, но холодная фуксия. Эти персиковые румяна хоть персиковые, но они холодные. И да, кстати, все цвета абсолютно любые делятся на холодные и теплые. Не бывает такого, что розовый это теплый цвет. Розовый может быть и холодным, и теплым, вообще спокойно, как и любой другой. И желтый, и зеленый. Вот, и это, короче, холодная сфера вот этих вот цветов. Не бесит, а это уже достижение. Для меня NYX это бренд, который очень яркий, от которого я действительно ожидаю как минимум ярких цветов в палетках, потому что, честно, ну, палетка для меня сейчас самая интересная часть. То есть есть бренды, которые все-таки хотят сохранить свою, так скажем, айдентику и не быть супер яркими, то все-таки от вот этой косметики я ожидаю того, что я смогу нарисовать себе макияж Барби. Не то чтобы это сегодня была моя цель, но я ожидаю вот это. И, возможно, меня сейчас эта палетка и вдохновит. Нет, я же ее уже открывала. Но делаю вид, что открываю ее снова в первый раз. Смотрите, какая красота. Блин, ребят. Ну вот смотрю на камеру и просто вот радуюсь. Ну как же красиво. И вот эта вот приблуда тоже красивая. Маленькая микропомадка. Просто восторг. А потом ты делаешь вот такое вот открывание, и ты сталкиваешься с жестокой реальностью. Во-первых, ну что это такое вообще? Во-первых, эта палетка никак не держится. Она просто максимум расхлябанности. То есть я ее только открыла второй раз в жизни, а ей уже нехорошо. Ладно, зеркала здесь нет. Ладно. Что, простите, пожалуйста, вообще с цветами происходит?
подходит. Йента, что такое? Странно подобранные тени. Здесь действительно розовый оттенок только один, и это ядро на розовый вот такой. Да, цвет красивый. Претензий конкретно к этому цвету не имею. И здесь, правда, он красивый. Роскошью рассыпался бриллиант в розовых. Угу. Вот так вот выдало, классно, да? Но все остальное это просто база. Это типа нюд, это NYX, это не какой-то рандомный бренд, там, не знаю, даже если бы Maybelline такую палетку бы выкатил, вопросов было бы ноль, но это NYX. Я ожидаю от NYX чего-то очень яркого. Окей, предположим, возможно, ну вот так вот они захотели, они художники, они так видят. Можем ли мы их за это осуждать? Нет. То, что это наши ожидания не оправдались, это исключительно наши проблемы, не их. Они свои продукты не скрывали. На сайте, в принципе, все можно было посмотреть, что продается. В общем, дорогие друзья, это пилки Барби, но это сейчас не важно. Давайте теперь поговорим о Тинькофф Платинум. Вы вообще заметили, как элегантно и легко я перевела разговор только что на другую тему? С Тинькофф Платинум можно также легко переводить деньги. До 100 тысяч рублей без комиссии на карты любых банков. А еще можно оплачивать покупки или услуги. Потому что кредитный лимит по карте превышен до 1 миллиона рублей. Фильм Барби собрал рекордное количество просмотров. И услугами Тинькофф пользуется уже более 35 миллионов человек. Да, вот такая вот параллель. С Тинькофф Платинум, в общем, вам хватит на любую косметику. Ну или на самый шикарный образ в стиле Барби. Переходите по ссылочке в описании и оформляйте карту Тинькофф Платинум с кредитным лимитом до 1 миллиона рублей. Это значит палетка Барби Вайп, а это палетка Кен Энерджи. Да, Кен Энерджи она называется. Торнадо Кен Энерджи. Ну, даже не знаю, какая энергетика у Кена. У меня лично просто сразу в голове музыка джазов всплывает. Ну, знаете, которая вот эта вот. Та-ра-та-та-та-та-та-та-та. Хорошая песня, я не знаю, почему вспомнила, но такая приятная. Ну да, не быть мне кавердансером. Она была кавердансером, отстойным кавердансером, но она была. Кен Энерджи, давай быстро. И Йента у нас. Йента у нас маленькая, прозрачная помада. Палеточка, честно, просто максимальное очарование. Эта помадка тоже максимальное очарование. Можно снять себе на телефон, повесить. Вообще хайп, я, пожалуй, этим и займусь. И вот, собственно, так они выглядят. Коллаба Барби и коллаба Кена. Какая упаковка вам нравится больше? Мне, наверное, розовый нравится больше, несмотря на то, что прозрачная помадка меня хайпит сильнее. Так, поехали. О, почему Кен Энерджи вот такие вот прекрасные цвета? Они реально выглядят норм. Из этого даже можно что-то сделать. И здесь то тоже есть шиммерный оттенок, но здесь все остальное хотя бы цветное, хотя бы внезапное осознание. Короче, я поняла, отдельно эти палетки, извините, я порадовалась, но нет, я не радуюсь. Если эти палетки покупать в комбинации, у вас получается адекватный набор цветов, и из этого можно даже что-то слепить. Если покупать эту палетку отдельно, ну здесь ты ничего не слепишь, потому что тебе буквально нечего будет делать, просто весь розовый или сиреневый тень нанести. Здесь же поинтереснее, потому что здесь нюд. Но, короче, в итоге, если хотим яркий макияж, приходится покупать сразу обе палетки. А вот так вот, хочешь Барби, покупай Кена, вариант у тебя нет. Итак, я беру базовый цвет, вот этот вот бежевый. Наносится он весьма пыльно, не знаю, видите вы эту пыль или нет. Я не могу понять. Не знаю, как вы, ребят, не то чтобы я вижу этот цвет особенно сильно. В целом, я его вообще практически не вижу, но вроде что-то есть, и ладно. А цвет-то вообще виден? Да вроде вот так вот виден, но на глазах не виден. Может, конечно, он просто настолько, знаете, цвет подобранный под цвет моей кожи, что я его не вижу. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше. Нужно сообразить, что делать со всем вот этим остальным, чтобы хоть что-то было. В складку моего верхнего века использую вот эти вот персиковые тени. И нанесу вот так. Персиковые тени уже выглядят приятно. Цвет, кстати, очень хороший. И вот они мне нравятся гораздо сильнее по растушевке. И потому, как они набираются на кисть, чем эти бежевые. Короче, с этим цветом проблем никаких нет. Внизу я буду все это добро перемешивать с румянами. И, кстати говоря, я сейчас только поняла, что цвет очень похож на цвет румян, поэтому они между собой идеально сочетаются и перемешиваются. Я придумала, что я хочу сделать макияж в розово-голубых оттенках, но я хочу сделать его достаточно прикольным. Поэтому, что буду делать, я возьму сейчас голубой оттенок и нанесу его к внутреннему уголку глаз. Минус этих палеток, у них нет зеркала, неудобно, приходится использовать другое зеркало. Жесть. Конечно, без подложки слабовато, но я подложку не любитель использовать, поэтому фиг с ней. Посмотрим, что мы сможем сделать с подложкой на нижнем веке. Но в целом прям уж очень слабый вот этот вот голубой оттенок. Вы знаете, да, я понимаю, что подложка не просто так существует, ее не просто так придумали, но как будто бы это прям совсем слабые-слабые тени. Без вот коллаборации с этим, я думаю, что от этого цвета мы ничего не выжмем. Не скажу, что я считаю, что это правильно. Очень сильно тени осыпаются, они прям комками сходят с моих век. Я не знаю, видно вам это или нет. Оно прям кусками осыпается. Это даже не пыль. Оно прям кусками теней осыпается. Жесть, у меня такой первый. Кстати, я даже не знаю, как на это реагировать, потому что я первый раз такое вижу. Вообще, почему-то на нос даже осыпалось, лол.
Каялы у нас были вот в такой вот упаковке. Выглядит прям реально как куколка Барби. На самом деле упаковка вот сама по себе мне вот это нравится больше, чем все остальное, потому что она вроде минималистичная, но мне прям ее приятно трогать, и мне нравится, что здесь тоже символика вот этих вот Барби из коллекции вроде Малибу или Майами. Каялы нарисованы по цветам, она прекрасная. Ну, короче, вот эта палетка мне очень нравится. Кстати, ребята, совсем забыла вам сказать. В прошлом видео мы с вами устраивали розыгрыш на вот такую вот коробочку подарочной косметики. Результатом и победителем этого розыгрыша стал данный человек. Как все это вообще происходит, если вы вдруг не знаете? Я оставлю вам ссылки на мои социальные сети, в частности на мой телеграм-канал. В моем телеграм-канале появляется пост с новым продуктом, который мы в этот раз разыгрываем. И дальше самый активный человек, кто проявил себя лучше всех и был самым активным в моих чатиках, тот и получает этот подарок. Поэтому условия очень простые, если хотите поучаствовать. В этот раз я предлагаю устроить розыгрыш вот этой вот потрясающей косметички, которая стоит сзади меня. Это тоже Барби Коллаб. Это очень клевая косметичка, которую можно использовать для того, чтобы куда-то ездить. И это будет настоящим эксклюзивом, потому что у нас этого нигде нет. Мне буквально мама привезла из Германии чуть ли не последнюю такую штуку, ну, по крайней мере, с ее слов. Поэтому очень рекомендую, мега удобная вещь. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, достаточно просто подписаться на мой телеграм-канал и ждать поста с условиями. Вот и все. Я открываю наши каялы. Сейчас я буду использовать голубой. Точилки у нас нет, ничего не выдвигается. То есть, короче, это просто карандаш, который нужно будет точить. На нижний век нанесу вот сюда. По яркости сразу ярко. И, честно, с таким карандашом и тени не надо. Сразу буду его растушевывать. Растушевывается достаточно сухо, не очень хорошо идет. Ну и фиг с ним. Главное сделать клевый макияж. Знаете, вот пока вот сейчас крашу все это добро, я думаю о том, что не так давно я делала макияж косметикой. Тоже от Барби, но от бренда ColourPop. Это американский бренд. Причем покупала я эту косметику сильно до того, как вышла Нивса, вообще вышла сама Барби, это прям реально давно было. Вот честно я вам скажу, я все-таки не понимаю, почему, когда мы говорим про Барби коллаб, когда мы говорим про определенные понятные цвета, ну, потому что у Барби есть четкие прям цвета, которые ты себе представляешь. Бренды делают странный выбор. Я уверена, делают это не просто так, но мне как потребителю странно. И мне было бы более приятно, если бы, я не знаю, покупала косметику Барби, получила бы Барби оттенки, а не вот эти вот танцы с бубном. Можете сравнить разницу. Здесь у нас получается голубой оттенок просто теней, и здесь получается с голубым оттенком каяла. Ну и естественно, потом напишите, когда смотрите видео, как вам в целом Барби коллаб от фирмы NYX. Нравится, не нравится и что вы думаете? Сверху я буду наносить ядрено-розовый оттенок, тоже из палетки с Кеном. Я не могу понять. И, кстати говоря, розовый-то без подложки, смотрите, как хорошо наносится. Он прям яркий. Что-то как-то я так захейтила этот голубой, а розовый оказался неплохим цветом. Но палетка все еще жутко сыпется, фу. Я даже не ожидала. Лол. Кстати, розовый каял выглядит странно, потому что сама по себе вот эта вот красящая часть, она недостаточно розовая, она как-то персиковая больше. Но нет, это было первое впечатление, оно обманчиво, так что меня обманули. Ха-ха-ха. Вообще, я вам так скажу, если вы плохо умеете краситься, берите этот макияж себе на заметку. Это самое простой вообще макияж. И мне кажется, из адекватных макияжей, которые я делала, это был самый первый, который у меня получился нормально. Уж больно он простой, потому что вся логика этого макияжа заключается в том, что ты делаешь какой-то цвет сюда, делаешь какой-то цвет сюда, потом это все замазываешь консилером по центру, вот прям, чтобы вот так вот было, и в итоге просто растушевываешь. Получается всегда очень хорошо, очень легко, что самое главное, очень быстро. Когда, знаете, очень нужно выпендриться, но не уверен до конца в своих силах, вот с этим прям выпендриться можно на ура. Хочу взять все-таки вот эти вот румяна и прям вот так вот их втереть. И пофиг, что они перемешаются с персиковым. Улыбаемся. Смейся, пока можешь, Шотаро. Нет, оттенок абсолютно отвратительный. Вот я думала, сейчас классно перемешаю, у меня будет какая-то красивая картинка, но нет, нифига. Выглядит отвратительно этот цвет, он просто дурацкий розовый. Вот прям вот этот оттенок получает мне максимальный дизлайк. И первый раз прям вижу, что меня так бомбило от румян. Но мне кажется, он испортил мой макияж. Чем ты испортил мой макияж? У меня теперь макияж свеклы на щеках, свеклы, я не знаю, это вообще не имеет никакого значения. Оттираем его. Теперь пудра BTS от Соси, между прочим. Да, BT21 от Соси. Фирма такая от Соси, а не в плане, что там кто-то мог подумать. Ужас. Фу, румяна такими быть. Фу, отстойные. Окей, следующий шаг. Мы используем с вами вот такую плоскую кисть. Берем или тон, или консилер, неважно, что у вас есть. И ровно на центр нашего века этот консилер вот так вот наносим. Причем этот консилер должен уходить от самого центра века и прямо наверх. То есть весь рисунок, который здесь нарисован, мы его прям стираем. Ну и немножечко растушевываем границы. А теперь ждем, когда все это подсохнет. И прям пальцем буду наносить хайлайтер. У меня как раз есть в этой палетке вот такой потрясающий какой-то красивый розово-сиреневый оттенок. И мне кажется, он просто должен идеально лечь на то, что мы выбрали. И да, цвет получился действительно клевый. Очень красиво блестит, переливается просто супер. Не скажу, что он прям как-то гениально переплетается с этими оттенками, которые я налепила, но в целом нормально. Блин, у меня мнение, вы знаете, об этой косметике меняется просто каждые 5 минут, потому что мне то не нравится, то мне нравится, то мне нормально, то я считаю, что все окей, то я считаю, что все кринж. Я правда не могу понять все, что я думаю. Какое-то сегодня настроение, неопределенность.
Тени выглядят как-то так. В принципе, можно из них выжать что-то более сильное, но нужно запариваться. Я не люблю запариваться. Я не считаю, что нужно делать макияж миллион часов. Нет, мне это не мой случай. Из-за того, что по какой-то непонятной мне причине в этой коллекции просто нет подводки, что мне кажется очень большим упущением, потому что, ну, мне кажется, все любят инклайнер от NYX. И было бы очень здорово увидеть такую подводку в каком-то розовом дизайне. Даже не надо делать розовые чернила, просто розовый цвет. Это было бы сейчас очень в тему. Но подводки у нас нет, туши у нас тоже нет, зато у нас есть накладные ресницы. Но как будто бы просто наклеить накладные ресницы с такими глазами не круто, поэтому я сейчас нарисую какие-нибудь стрелки и вернусь к вам. Накрасила ресницы, налепила стрелки. И теперь мы приступаем к накладным ресничкам. Упаковочка, как мы уже все понимаем и видим, заслуживает особых наград. Ну, очень красиво. Кстати, здесь написано, что это ресницы ультра уровня, буквально. И ультракомфортные, и ультралегкие, и ультрагибкие, и незаметная вот эта вот хреновина, на которой они располагаются. И вообще они веганские. Вот так тут написано вся вот эта вот история. Это не я их хвалю, это они сами себя так хвалят. А еще написано, что здесь есть какой-то презент от русалки. Или русалковый презент. И, ребят, достала я, конечно, разочарование. Во-первых, где презент от русалки? Я очень извиняюсь, я его тут не вижу. А во-вторых, где, блин, клей для ресниц? Я все понимаю, но мне кажется, не положить клей для ресниц, это вообще как? Я в шоке, мне нечего сказать, я не знаю, что мне сказать. Я выпью сейчас этот свой чай из кактуса. Не успокоилась. Ладно. Что ж, давайте посмотрим эти ресницы. На первый взгляд, ресницы хайп, не считая того, что нет клея. Давайте быстренько их примерим. Алло, натуральность. Приклеила я так-то ваши ресницы, и знаете, что хочу сказать. Пипя. Это выглядит как будто бы странно. Вы не находите, что глаз выглядит реально странно? Что думаете? Я не могу понять, мне нравится или не нравится, потому что, ну, я точно могу сказать, что вот этого розового, которое есть на ресницах, его просто не видно. Тебе видно розовый? Вообще не видно. Она выглядит, как будто бы, знаете, кусков ресницы просто тупо не хватает. Все-таки есть? Вблизи да, есть? Да, он есть, но такое чувство, как будто ты, короче, припудрила эти ресницы. Да! Вот. Да, реально такое ощущение, что, типа, просто какой-то мусор. Вообще странная штука, конечно, оказалась в итоге. И я не могу сказать, что они какие-то особо удобные. Ну, фиг знает, конечно, я сейчас вторую наклею, но я что-то ожидала от них большего. Непонятно, зачем нужно было делать этот полупрозрачный розовый цвет, который реально выглядит, ну, как вот Каролина сказала, эффект припудренных ресниц. Бред. Вроде не натурально смотрится и не накрашено. И вроде странно, да? Не, эти ресницы очень странные. Они делают вид, как будто у меня просто какой-то очень грязный, странный макияж с проплешинами. Потому что из-за того, что эти ресницы неравномерно черные, а розовый неявный, выглядит просто реально странно. Может быть, на прозрачном макияже, то есть без каких-то эффектов, оно бы и выглядело прикольно, но сейчас я просто в шоке. Мне кажется, у меня весь макияж из-за этих ресниц испортился. Жесть. Блин, может, их надо сверху красить? А в смысл тогда розовые ресницы делать? Не знаю. Когда ты сбоку смотришь, нормас. Сбоку, да. Что ж, давайте попробуем перейти все-таки к помаде. Я, честно, что-то подрастроилась как-то даже из-за этих ресниц. Ну ладно, значит, здесь у нас есть две помады. Розовая и, как вы уже догадались, да, тоже, в общем-то, розовая. Не знаю, какую из этих розовых помад мне выбрать. Ну, давайте выберем ту, которая была первая. Она вроде была чуть-чуть посветлее. Ну и, собственно, что мы с ней будем делать? Носить сюда. По цвету, конечно, ядреная такая фуксия. Ну просто цвет, я даже не знаю, кого описать. Очень странный. В помаде, вы знаете, вот это, когда ты думаешь про Барби цвет, вот тебе помаду дали в Барби цвете. Но, честно говоря, лучше бы, конечно, такой цвет был в тенях, ну ладно. Возможно, я сейчас уже слишком сильно докапываюсь из-за того, что я недовольна ресницами. Разочаровали меня! Из-за этого я на помаду злюсь, наверное. Нет, помада тоже разочаровывает. В общем, вся наша жизнь иногда это череда сплошных разочарований. Как-то так. Вы знаете, мне кажется, это самый неудачный макияж, который у меня был на моем канале. Это просто какая-то хрень получилась. Можно я останусь без комментариев, и вы сами все напишите. Кстати, покупайте футболочки бренда Бездна. Бренд Бездна — это вообще супер. Вот где хороший контент, а не вот это вот все. Оставлю вам ссылки в описании. А вот что-то NYX, ну как-то не торт. Не нравится. Телеграм оставляю в описании и в прикрепленном первом комментарии чекайте. Я вообще такого даже близко не ожидала. Пигментация! Огромная карабин. О боже, что это за ресницы? Это что? Это как вообще работает? Я не понимаю. И ты уже просто привыкла к какому-то вечному разочарованию. У Соды и Санрия вышла коллаборация с косметикой Hello Kitty, и я решила проверить, что ж нам такое предлагают, так что welcome to обзор. Потому что я в шоке.